Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских командах, выступающих в Лиге Чемпионов, и сосредоточимся на Краснодаре, которому предстоит матч против Челси. Ну и разумеется, в преддверии данной встречи мне стало интересно, что же пишут английские фанаты касательно будущей игры. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живой форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Блюфути написал: «Я вижу очень много громких высказываний о том, что в матче с Краснодаром нужно дать отдохнуть нашим ведущим футболистам. Но мы должны играть с теми, кто находится в лучшей форме прямо сейчас. Если вы смотрели матч Краснодара с Реном, то знаете, что это опасная команда. Люди склонны судить клубы по имени, но забудьте имя, смотрите игру, а уже потом судите. Краснодар по факту очень опасен». Ну что ж, справедливое мнение о том, что недооценка возможна, но это связано с не самым громким именем Краснодара, который пока что малоизвестен фанатам Челси. Сильдбилл написал: «Если мы проиграем травматичному Краснодару, у которого нет половины состава, то пускай наша команда возвращается домой пешим ходом». Диктатор Джорджи написал: «Я слышал хорошие отзывы о тренере Краснодара. Пока не стоит недооценивать эту команду, она может быть очень-очень опасна». Смирфрик написал: «Краснодар – атакующая команда, которая любит владеть мячом, хотя есть ощущение, что против нас они сядут в оборону. Отмечу нападающего Берга – 7 очков по системе гол плюс пас в этом сезоне, а также вратаря Сафонова, очень хорошо отражающего удары и спасшего свою команду в матче с Реном». Куинер, Краснодар: «Да я сейчас боюсь любого соперника, против которого играет Челси». Ну, хотелось бы отметить, что у Челси всего одна победа в последних 6 матчах. Джиффер написал: «Сейчас Краснодар идет на 8-м месте в российской лиге, так что не вижу причин не отправить в их ворота 4 или даже больше мячей. Все фанаты Челси заслуживают этого, ведь за последние 2 игры мы не увидели ни одного забитого мяча в исполнении нашей команды». Цедра Арзул написал: «Нет оправданий тому, чтобы не разгромить Краснодар». CSS Nemics: «Рену с Краснодаром было очень непросто. Не стоит относиться к этому сопернику легкомысленно». Сир Джо Севен написал: «Вижу, как некоторые фанаты Челси преуменьшают и недооценивают Краснодар. В России нам стоит ждать настоящей битвы». Рена Вантерли написал: «Челси сейчас настолько дерьмово играет, что 100% уверенности в победе у меня нет». Джо 858: «Не вижу иного варианта, кроме комфортной победы над Краснодаром. Любой другой результат будет шоком». Челси ПБЭКС: «Посмотрел обзор игры Краснодара в Рене и скажу, что игра в России будет очень сложной для Челси». Ердас Аут: «Краснодар не такая уж и плохая команда. Любой соперник для них станет принципиальным, потому что они впервые выступают в Лиге Чемпионов». Сепарес Терренс: «Краснодар находится на 8-м месте в своем чемпионате. Если мы из такой команды потеряем очки, то я вообще не знаю, чего ждать от нашего коллектива». Обер Анжела: «Обычно Челси не может воспользоваться такого рода ситуациями, когда у соперника выпадает много травмированных футболистов. Просто молюсь, чтобы мы не опозорились в России». Ну и Хэй Рикей написал: «Эти деревенщины под названием Краснодар получат в свои ворота 5 мячей». Ну что ж, посмотрим, каков будет итоговый результат. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька,
если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!